Олимпийская чемпионка прокомментировала ситуацию в Токио. Алина Кабаева отреагировала на скандал, разгоревшийся на Олимпийских играх в Токио. В личном первенстве в художественной гимнастике золото отдали израильтянке Линой Ашрам, серебро досталось россиянке Дине Авериной. Многим такой исход состязания показался несправедливым. Дело в том, что Ашрам допустила серьезную ошибку, потеряв снаряд во время упражнения. По мнению Алины Кабаевой, ситуация в Токио опасно не только для художественной гимнастики, но и для спорта вообще. Если подобное повторится, то интерес к олимпийскому движению угаснет. Кабаева надеется, что такого в будущем не произойдет. Если золото получает тот, кто допустил серьезный промах, это уже не спорт, считает знаменитость. Кабаева испытывает жалость к судьям, которые решились на сделку с совестью. Спортсменка не исключила, что позднее этот случай найдет отражение в чьих-нибудь мемуарах, и мы узнаем детали произошедшего. Алина Кабаева добавила, что гимнасток нельзя обвинить в употреблении допинга, следовательно, этот предлог невозможно использовать для притеснения российских спортсменов, именно поэтому пришлось привлечь судей. Случай в Токио знаменитость назвала вопиющей несправедливостью. Кабаева уверена, что главная задача прошедшего первенства – лишение России победы. Она также добавила, что настоящий спорт будет существовать ровно до тех пор, пока есть спортсмены и судьи, находящиеся вне политики и каких-либо частных интересов. Подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик.